Эй, всем привет, с вами доктор Хейтер, и это Tattletail. О, выговорил, какой-то ужас. И это новый инди-хоррор, который вышел буквально хрен знает когда, я не посмотрел дату выхода. Но о нем на слуху появился только-только вот. И, блин, выглядит вполне себе прилично, более-менее положительные отзывы, что для инди-хоррора это более чем годно. И его сравнивают со ФНАФом. Декабрь 20-е, 1998 год. 5 дней до Рождества. Откройте ваши подарки раньше, окей? Ой, ёб твою мать. А здесь можно немножко... Понятно, не можно. Окей, очень резкая мышка. Вот прям охренеть, какая резкая мышка. Это я? Я был страшным ребенком. Так, хорошо. Блин, как же быстро-то это, ужас вообще. О, боги, я прям летаю. Хотя, судя по шагам, я робот. Очень тяжелый робот. А где мои подарки? Бать, блядь, где мои Я знаю, где подарки, сука. Иди сюда. Блядь, очень громкая игрушка. Чё за... Где что происходит? Где мои подарки? А, не, подожди-ка, это же американская игра. Там подарки, по-моему, под камином вешают. Ну, подожди-ка, вот камин. Стоять. Мне на секунду показалось, что на кухне какая-то хуйня. А где мои подарки, бать? Hold to shift. Осторожно, когда вы бежите, делайте звуки. О, да, неужели? Я кетчуп. Блин. Батя, ты дверь забыл закрыть в подвале. Где батя, бляха-муха? У меня подарки в подвале? Тихо. Да хватит пугать меня звуками, пидорасы, а! Здесь что-то как-то темно, мне здесь не очень нравится. Смотри за желтой иконкой справа сверху, если ты создаешь звуки. А, ну это мы поняли, когда... Да, пожалуйста, ребята, умоляю. Тихо, боги, ну пожалуйста, не надо так страшно, я же обосрусь. А что я делаю в подвале? Мои родители прячут подарки. Ебать, у меня подвал. О, подарки. Батю все еще нету? Я не понял, что подарки. О, подожди-ка. Tattletail. Это же этот... скажи мне, я скажу. А, Кёрби. Нет, не Кёрби, бляха-муха. Может, Кёрби? Слушайте, вот это говорящая пушистая херня, то, что дети, я у младшей сестры видел. Привет! Иди сюда. Боже! Сейчас, секундочку, я немножко потише сделаю. Я чуть не обосрался от тебя! Найди немножко еды этой штуки. Ты можешь заткнуться? Батя услышит. Он нас отпиздит. Ты вообще видела моего батю, не? Я его тоже не видел. Но, блядь, я тебе гарантирую, отпиздит. Это ж батя. Happy birthday. Ты дура, у меня день рождения только... Я не дерево. Ты можешь заткнуться, а? А, у этой херни... Да заткнись ты хоть на секунду, а, женщина! Так, отлично, мы его накушали. А, мы должны, короче, ухаживать за Кёрби. Иначе он начинает издавать звуки. Так, холодильник кушать. Э-э-э,
Подожди, я должен его... Гром, это типа погладить? Подожди, расчесать? Battletail? У тебя странное имя, ты не находишь? Как тебя, блядь, расчесать? Давайте я пальцами расчешу. Я тебе отвечаю, я всю жизнь так расчесываю, все хорошо. Подожди, Living Room. Может здесь? Да, вот она. Brush me! Слушай, ты пиздец стрёмная, конечно. Wrap Battletail Backup. Чё? Блин, я не прочитал. А, уложить спать, бэкап. Нет? Ты должна, бляха-муха, спать! Спи! Можете в камин? Нет, не в камин. Блин, здесь подсказки так быстро выскакивают, что я, в принципе, не успеваю читать, что происходит. Как меня батя еще не отпиздил? Нет, вряд ли подвал. В подвале я эту штуку нашел. Так, не в холодильник, не в духовку. Жалко. Тихо ты, существо! Ну, единственная незадействованная комната у нас пока что это спальня. Логично? Логично. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Бляха-муха. Нет, только обратил на нее внимание, сразу же начала безумствовать. Ты фиолетовая штука, заткнись. Блин, я не могу понять. А что с ней нужно сделать-то? Она устала. Может, все-таки в подвале? Пиздец. Это ты сломала, да? А, Бэка. Тихо ты! Кто-то свет сломал, падла. Небось, батя увидел, что я подарок открыл. Сука, это ты ему сказала? Я тебе, блядь, говорил тихо. Ты, блядь, нет, нет. Может быть, и здесь сидел, я его не заметил? Да заткнись ты! Где батя-то? О, collect egg. Dog food. Найдено яйцо номер 2. 22 яйца! Все. Батя ничего не узнает. Ну, я надеюсь. А интересно, он ее выключил? Блин, а... у меня так стрёмно, это пиздец. Что за... Не отвечай на телефон. Окей. Я что-то не понял. Что за... Новое яйцо. Хайербол. Волосатый шар. Волосатый шар. Ну, я не знаю, знаете ли вы английский, но это, короче, судя по всему, тонкий подкол над волосатым яйцем. Ну ладно. Так. Давай, я сплю, бать! Бать, я не могу взять телефон, сплю. Очень сильно сплю, вообще. Ну ты что-то... А чё смеялась-то? 4 дня до Рождества. Ну, это был тяжелый день. Исследуйте странные звуки. Это батя в баскетбол играет. Нахуй эти звуки исследовать. Эго, он увидит, не отпиздит. Яркий свет. А где вообще батя живет? Ага, он, ну логично, батя в подвале. Подожди. Не, батя, когда в баскетбол играет, то у нас стены трясутся, это не то. Бать! А, бляха-муха, забыл включить этот.
Вообще очень странные звуки для гладилки. Ой, для стиралки не находите, да? Яйцо. И loose change, я не знаю, что такое это. Я не знаю, как переводится. Заткнись, пожалуйста, я спать пытаюсь. Ты привет? А ты откуда здесь взялся? зарядить. Заткнись, пожалуйста. Пожалуйста, не надо шуметь. Батя придет, он нас обоих отпиздит. Ты прекрасно это знаешь. Механическое отродье. Let's have some fun. Найди вазу в подвале, чтобы поиграть. Блин, какие-то рискованные игры не находишь, да? Ладно, тебе-то, тебе пофиг. Вот ведро, ведро ваза. Нет? Блин, ты выебистая, писец. Ну окей. Тихо, тихо, тихо. Боже, какой ты безумный. О, о. Ваза. Ебанутый, ты сломала, нахуй ты сломала, блядь. Ты чё ещё сделала? Тихо, тихо, тихо. А чё сломалось, чё случилось? Блин, прикольный фонарик. Такой ещё хочу. Заткнись! Только посмей издать звук. Да я тоже в ахуе, представляешь? Ты представляешь, что со мной батя сделает, а? Стоит она, блядь, охуевшая. Пиздец. Back to bed. Некоторые моменты и существа делают твой фонарик пустым. Заткнись. Как ты вообще выбрался? Пиздец. О, яйцо. Френчи фрай. Французская картошка? Я все 22 не соберу, скорее всего. А что это было? Почему свет вырубился? И вообще, Керби сказал мне сломать вазу, или это Керби сломал вазу? А я могу отключить фонарик? Нет, я могу только... Бати нет дома. Меня нет дома, бати нет дома. Никого нет дома. Идите в жопу. Пацаны, вообще никого нет дома. Уходите. Что-то пиздец, как стрёмно. А чё не ломятся в дверь к маленькому мальчику? Я мальчик? Надеюсь, что я мальчик. Я небольшой любитель играть за противоположный пол. Возьмите фонарик. Узнайте, что за странные звуки. Боже. Такие звуки даже батя не издает. Опять в подвале. Бать. Это точно не ты? Я хомут. Махам. Махам. Яйца. Doll hair. Волосы куклы. Это стрёмно немножко. Блин, нет. Мёртвый жук. Я не хочу. Но я не могу. Ах.
О боже, бедный мой инстинкт собирателя. А ты что такое? Что за херня? Это... Еще один Кирби? Он позвал друзей? Отрезанный палец? Загрузите кассету в эту штуку. Тихо. The children thought that mama would never find them as long as she couldn't see them. Мам. Turn the page. Хороших. Найдите Flappy Tail. The pitter-patter of their little feet led mama right to them. Turn the page. Then mama found the children, every last one, and put them right back to bed. Мама нашла каждого ребенка и куда там положила? Даже ты живое? Как ты, блядь, опять выбралась оттуда? Сука. Подожди, она где-то здесь. Кирби? Кирби, не пугай меня. Кирби? А, он, скорее всего, наверху. Блять. Кирби! Кто с тобой играет? Сука, ты мне изменяешь! Ну ты ублюдок, блядь, иди сюда! Я сейчас, сука, тебя выебу, а! Я думал, мы с тобой, блядь, друзья! Я с тобой играл, блядь, я тебя кормил, сука! Иди сюда, блядь! Не, подожди-ка. Ты что здесь делаешь? Какого хуя? Ты меня бить будешь? Шакал-шакал? Нахрен тебе лопаты, Кирби. You're in big trouble. Show me mama. Мама? Кирби, чё за мама? У меня есть только батя. Мама, может, эта штука имеется в виду, которая... в которую мы кассету вставляли? Откуда она вообще взялась? Me, Tattletale, me love you. Я тебя тоже люблю. Пока ты меня не изменяешь. Идем к маме. Да тихо ты, боже, какой ты шумный, это писец. Where's mama? Ah, be tired. Сука, а куда она делась? Да я тоже в ахуе, представляешь? Сбежала. Это твоя мама. Где она может быть? Узнавай. Я только про батю знаю. Ну, понимаешь, фишка в чем? Маму, если надо искать, то это искать. А вот батя, если не на своем кресле, то, блядь, лучше его не искать. Отпиздит. Давайте отнесу, и мы мирно разойдемся. Ты кукла... Да, коробка здесь, все хорошо. Заткнись. Все. Уберите... Че? Клеен Tattletail Mess? Я не знаю, что такое мес. Может, имеется в виду мусор всяких этих? От мамки, который остался? Она питается кетчупом? Да, вот. Не, подожди, это яйцо. Щух! Кетчуп! Что-то немножко не понял.
А что за сверчки? Почему у меня там сверчки? Что значит мес? А, мусор, который он оставил, я понял. Ну, логично. Если батя увидит... You feel, где ритмы мама, you flashlight turn off. Тихо, 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 мама, 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 все хорошо, мама, мама, все хорошо, все, мама. Тихо, мам, мам, блядь, съебись, батя придет, мама, блядь, сука, мама, ты где? Мама смотрит на тебя только когда ты отвернулся. Мамочка. Нету никого дома! Здесь только мама. Даже бати нету, что странно на самом деле. Блять, это было пиздец, как страшно, стрёмно. Я дома, я сплю, никого дома нет, все, съебитесь. Все, просто все съебитесь. Два дня до Рождества. Вообще, учитывая то, что... Учитывая то, что батя нету дома уже фиг знает сколько, и он мне подарил эту стрёмную игрушку, дверь допустим открылась. Это удобно. Ну вот. Так вот, подарил мне эту стрёмную игрушку, у меня ощущение, что этот засранец хочет меня убить. Вообще, old napkin. Слушайте, мы уже собрали 11 яиц. Но он до 17 яиц, значит, я просрал очень много. Подожди, ты что, наружу выбрался? А мне себя наружу. Ты, блин, как там оказался? Have fun. Ты с кем-то... Ты опять не изменяешь? Я их не мочил. Прятки? Я не хочу играть в прятки. Выжили 30 секунд? Мне не нравятся такие прятки. Она сзади, блять, она сзади, она сюда сзади, беги отсюда нахуй. Мама, съебись. Слушай, твоя мама что-то не так, это определенно. Я вот тебя просто гарантирую, но мама не должна так. Хотя... Может, я тебя спиздил? Меня очень напрягает то, что ты двигаешься сам. Твои друзья двигаются сами, твоя мама двигается сама. Ты знаешь, ты игрушка. Тебя, возможно, об этом забыли предупредить, но... Тебя надо же... Подожди, давайте я сначала покормлю, а то он начнет орать и привлекать свою маму. И сейчас зарядим его по-быстрому. Просто я боюсь то, что сейчас опять начнутся дурацкие прятки и... И мамаша просто услышит его и начнет меня пиздить. Звуки очень криво сделаны в игре. Разница между первым и... Блин, где я? Где я потерялся? А, вот не я. Так вот, разница между первым и вторым этажом отсутствует как таковая. То есть, все, что происходит на первом этаже, я слышу как будто... На втором этаже, я слышу, как будто в подвале и прочее. Еще раз покормись.
все, отлично. Сейчас сгладим его и... пробуем. Сейчас опять прятки начнутся, я очень не хочу. You found me. You found me. Блин, ну нет. Чё ты выпучился, а? Меня убьют, тебя убьют. No peeking. Целую минуту. Не охуевай, я тоже в ахуе. Так, мама там. Тихо, 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 тихо. По-моему, я себя в ловушку загоняю. Нет, ты не будешь орать. Я знаю то, что ты, блядь, готовишься орать на меня. Не ори на меня. Если это твоя мама. Тихо, нет! Нет, не смей! Не смей издавать звуков! Она где-то здесь! О, яйцо! Фух. Щух! Пыльный кролик. А, это типа кумочек пыли, я-то знаю. Слушай, ты молодец. Я боялся, что ты... Брэш ми! Ну давай, ты заслужил. Брэш ми! Держи. Жох, жох, жох. Хе-хе-хе-хе. И... рождественская лампочка. Гирлянда. Это мы, да. Блин. Чика, есть 30 секунд. Сейчас либо полторы минуты, либо 2 минуты. Надо зарядить его. Блин, не, ну ты молодец. Сейчас ты меня почти не подвел. Hide and seek. Как это долгая ночь. Хи-хи-хи. Что это вообще за дурацкий фонарик такой, а? Но я такой хочу. Это классно. Слушай, я предлагаю тебе интересную идею. Давайте я здесь оставлю, мама тебя заберет, и мы оба останемся довольны. Где он? Смейся. Ты что у меня в комнате делаешь, пидорас? Me hiding. You found me. Hi, mama. Okay. Bye-bye. Надо сначала понять, с какой стороны мама. Жуй-жуй-жуй-жуй-жуй-жуй-жуй-жуй-жуй. Иди отсюда! Блять, он сейчас начнет орать. Так, она ушла отсюда. Brush me. Brush me. Brush me. Успей, 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 успей. Тихо. Мама, ты где? Мам. Тихо, блядь. По-моему, он за мной идет. По-моему, он идет за мной. По-моему, он идет за мной. Мама, слепись, пожалуйста. А какого хрена ты жрать хочешь?
Да заткнись, пожалуйста! Задаешь, пожалуйста! Ты сейчас меня подвел! Ты просто охренеть, как меня подвел! Ой. Хи-хи-хи-хи-хи, бляха-муха! Вам-то смешно! А если ваша мама такая же, как мой батя, это просто задница! Я разбил его вазу! Это его ваза? Вообще странно, что у батя есть ваза. Хе-хе-хе, бляха-муха, а. Слушайте-ка, надо, кстати, забрать яйцо. Бля, я потерялся. Да, вот. Ну, блин, оно топает так стрёмно. А, показалось, яйцо. Оно топает так стрёмно, это ужас как. Оно такое, шап-шап-шап-шап-шап, из стороны в сторону. Так, яйцо. Ну да, яйцо на месте. Шоп, щух. Пенсил. Шавинг. Бритва ручка? Что? Шикал, шикал. Ты что ты молчишь? Почувствовал себя предателем? Пидорас, а? Пушистый. Ну, давай не будем больше hide and seek. Мне не понравилась игра. Hide and seek. О, яйцо. Чух. Юзер бандаж. You found me. О боже. А, нет, подожди, взять кассету. Play the VSN with you bedroom TV. Окей. Это я могу. Не, ну вообще, кстати, по-моему, так неплохо идут. То есть довольно тихо, спокойно. Пока мамы нету. Да, мама не нужна. Согласен со мной, мелкий пидорас? Согласен, куда ж ты денешься? Я... Пойдем отсюда. Давай смотреть Звездные войны. Лоадинг. Чё, всё? Нет, подожди-ка. Они видео сняли? Привет! Что? Яйца. Танцы. Друзья. Мама's coming. Чё они все отключаются? Немного жутковато. Яйца? Фамили? А почему фамилия больше никого не показывает? Крисмас. Перед Рождеством, я понял. Wake up, wake up, wake up. Я сейчас забыл. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up! You're up! We're having a party for your mama. Come help us. Подожди, вечеринка с мамой? Не-н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 е! Один. Два. Вон там двое. Ой, яйцо. Щух. Мыло. Ракушка мыла. Вас тут много не находишь, да? Понимаешь, для человека, которого подарили... Для существа, которое подарили... Мама дома. Значит, ты батя где-то здесь. Подожди-ка, не понял. Подожди-ка, а чё... Слушай, они заперлись в подвале, это проблема небольшая. Я не могу пройти в подвал и отнести туда, если они там заперлись. Это типа такие сложности. О, яйцо. Яйца люблю. Щух. Бандана. О, классно. У меня такая же была в детстве. Так, подожди-ка. А, вот.
Me love playtime with you. Не надо со мной играть, мне не понравились ваши игры, они дурацкие. Чего вас так много? Их уже... Я жгу их двое! Почему, блядь? Я вас не мочил! Me, Tattletail, me love you. More! Поднайди еще больше друзей под... Я что-то не уверен. А, бляха-муха, а сколько их уже здесь? Мне подарили всего одного! Мам, это опять ты? Мне мама не понравилась, верните батю. Опа, это что такое? А, блядь! У меня сердце сегодня остановилось. Иди нахуй! Я что хотел сказать? Блядь. Ой. Это 37 минут. О. Так вот. Мне не понравилась их вечеринка. И мама мне не понравилась. А еще чуть не помер. Ладно. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не покупайте Кёрби, тем более не мочите их. Судя по всему, да, собственно, их даже мочить, по-моему. Нет, наоборот, если, наверное, их надо помочить, тогда они не будут размножаться. Да, логично. Ладно, всем спасибо, всем до встречи.